Хочу записать такое коротенькое видео, буквально на пару минут, об уплате государственной пошлины по делам о взыскании алиментов там, на несовершеннолетних детей, либо там еще и на родителей. Почему записываю? Потому что мне тут женщина звонит, говорит: Алексей, вы мне сказали, что не надо оплачивать государственную пошлину, вот она сейчас там подает судебное заявление о вынесении судебного приказа, а тут, говорит, я открываю и читаю там налоговый кодекс, да, о том, что государственная пошлина 150 рублей. Как такое может быть? Вот именно для таких граждан разъясняю, что вы при подаче заявления о вынесении судебного приказа, либо при подаче иска о взыскании алиментов, государственную пошлину не уплачиваете. Вы освобождаетесь, как истец, да, от уплаты этой государственной пошлины. Государственную пошлину уплачивает ответчик, то есть тот, с кого взыскали в итоге алименты. То есть там потом будет у него прописано, что взыскать 150 рублей госпошлины. Так что вы не платите, платит ответчик. И при подаче такого заявления, либо вынесении судебного приказа, либо искового заявления, не надо прикладывать никакую квитанцию об уплате госпошлины, и ходить в банк, оплачивать ее тоже не надо. Ну, а если вы взыскиваете алименты не только там, допустим, на детей, но еще и на себя, на содержание, да, родителей, то тогда с ответчика взыщут не 150 рублей, а 300 рублей. Надеюсь, что объяснил вполне доходчиво. Не вводите себя в заблуждение. В общем-то, смело все подавайте, госпошлину оплачивать не надо. А у кого еще остаются юридические вопросы, задавайте их в моей группе в ВК. Ссылочка всегда есть в описании канала, периодически появляется под видео. А мы с вами встретимся в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.